Привет, привет, мои дорогие. Ну что, с пятницы вас, дорогие. И всем спасибо за комментарии, на которые я обязательно вам отвечу. Да, и забываем, не забываем, ребят. Ну уж раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну, если вы не пишете на комментарии, пишите просто привет. Ребят, я всем обязательно отвечу, но я работала. Вот я вернулась. Сегодня что-то у меня такая большая закупка была. Как большая? Относительно большая. Что-то я и сладости купила, и яблок купил. Банан хотел. Банан с Пятерочки зеленый, но больше я никуда не пошла. Ко мне сейчас едет Аня с Викой. Я вытащила уже курицу. Там у меня ляжки куриные, грудка куриная. Мы думаем, что будем делать шаурму. Ну, посмотрим. И что я купила? В общем, я столько денег взяла. Что-то нос зачесался, Саша. В общем, дофига, не буду даже говорить. Для меня это много. Я купила, ну, лук, как же без лука-то, осенний лук, чиполинка. Вот купила помидорки 3 штучки. Попозже скажу, у меня чек в этом. Яблочки такие хорошенькие, такие классненькие, мелкие. Думаю, надо взять килограмм, он по 80 с чем-то рублей яблочки. Ну, я чек дам, покажу. Лаваш купила на шурму. Ну, я лаваш купила в одном месте и в другом месте. Говорю, думаю, а вдруг, ну, Яна же еще, да, Яне надо на всех купить, если делать шурму. Вот тут эти какие-то коктейльчики купила. 30 с чем-то рублей. Огурцов. Как же без огурцов-то? Я еще, знаете, что... Я хоть попью, я еще ничего не ем с утра, время тоже не знаю сколько. С утра только кофе, блин, кофе во мне. Один кофе, да уже кофе нет. Я брала печеньку с собой на работу, что-то так и не перекусила. Вот купила. Она у нас любит, умирает всякие сводилки, наклейки. Вот я и купила декоративные. Наклейки съемные, многоразовые. Такие красивые. Не оставляют следов. Подходят для поверхности дерева, плитка, металл, стекло, обои. Это я купила в Пятерочке. Что купила? Она очень, и пусть у нас любит наклеечки. Очень-очень-очень. Чек нашла. Вот. Еще у меня тут пакет, в принципе, знаете, вот ни мяса, ни колбасы я купила. Аня сказала, что хочет апельсинов. Посмотрела вот эти самые красивые. Молоко 50 рублей. Вот помню цену. У меня есть молоко, ну пусть будет. Нам зефирчику. Для стрим же сегодня. Мы надеемся, что мы сегодня с Аней выйдем в стрим. Ну как же стрим без чего-то. Я люблю зефирчик. Козинаков. Мне так эти в тот раз козинаки понравились. Я их съела без вас. Тихушку. Таскала. Хлебушка. Ну как же хлебушка? Вот я 2 пачки взяла козинаков. Еще вафли взяла. Вкусные. Настоящий с шоколадом. Сырка взяла. Царицынский. Вкус. Радость вкуса. 200 грамм 136 рублей. Купила майонез тоже по акции. Посмотрела. Да, да он есть по акции. Искала. Оказывается, есть такой. Сейчас я все скажу. Цены. Что мне хотелось? Знаете, какая-то вещь, какая-то необычная. Я так еще не раз. Даже вот не помню, как я покупала. Какая-то необычная, как воронками. Бери, Наташ, попробуешь. Сардельки у тебя есть. Нет, закажешь. Еще вот тут чудо одну взяла, Юду, мою чудо. Вот. К молочку. Давайте сейчас пожрем быстренько пока. Пожрем сейчас, я быстренько ручки помою, но я поставлю на паузу, и мы пожрем вот это. И вот, и кусок, и колбаски я взяла. В общем, это вкусная колбаса московская Дубки. Ну, на самом деле, она очень вкусненькая. Захотелось утравиться, что. Ну и вот моя покупка. Почти 1600 рублей.
Да? Почти что 1600 рублей. В принципе, ну а что такого? Тут без мяса, без всего. Ну, вкусняшки. Ну, давно у меня не было вкусняшек. Так. Коктейль по 32, 2 рубля. Паста 69. Лаваш 52. Уже плохо вижу я. Коктейль 32,99. Зефир 58. Майонез 69,90. Ну, 70 рублей. Сыр 134,90. Вафли 54,90. Козинаки 33,99. Козинаки 33,99. Огурцы 93,59. Яблоки. Вот яблоки килограмм по 89 рублей. Но не видно, что вкусные. 131 рубль. Томат на 44 рубля. Наклейки вот 177 векуськи. Лук репчатый 11 рублей. Апельсины 158 рублей. Хлебогородский 18,99, молоко 50 и колбаса практически около, ну, 200 рублей стоит, 199. Так что вот, вот все мои такие покупочки. Ну давайте сейчас быстренько пожрем, что ли? Я хочу есть.